Да, это Юрий. Могу поговорить сейчас, да. Да. Скажи, пожалуйста, от какой механизм? Есть человек, который уже 40 лет в квартире. Сначала джоб-оффер делается. Сначала ищется джоб-оффер. Как только джоб-оффер найден, тогда можно делать рабочую визу. Джоб-оффер стоит будет $500 человеку. Ага, то есть сначала мы ищем джоб-оффер. Да. Мне его с вами соединять? Да, а можете со мной соединять его, да. С тобой, да? Да. Хорошо. Только пусть он напишет, что он от такого-то, такого-то. Чтобы я, чтобы я понимал, что твой процент учесть. Окей. Хорошо. Все, пока. Давай.